Самый популярный торрент-трекер России, Рутрекер, все-таки заблокировали. Если сейчас зайти на сайт, то появляется сообщение о том, что доступ ограничен по решению суда. В декабре прошлого года Мосгорсуд постановил пожизненно заблокировать Рутрекер, так как сайт уже дважды признавали нарушителем авторских прав по антипиратскому закону. С его владельцами, в частности, судилось издательство «Эксмо». В администрации Рутрекера говорят, что не планируют создавать новый домен и не будут возобновлять переговоры с Роскомнадзором и правообладателями. Пользователи проголосовали против удаления раздач и сами умеют обходить блокировку, отметили в Рутрекере.